Ни гвоздя, ни жезла, друзья. Сегодня у нас такая тема. Мы попробуем заправить газовый баллон на заправках. Заправят ли нам его или нет. Потому что вот я приехал в гости к родственникам. Ой, тут с газом целая проблема. Тут многие деревня, которые находятся 60 километров от Краснодара, всего лишь, нету газа. И у многих газовые баллоны. И сейчас из-за вот этих вот взрывов, которые были на заправках, отказывается без документов, без сертификатов там заправлять баллоны. Но у меня одна точка есть, сейчас я сюда съезжу. Вот я положил газовый баллон в машину. Аккуратненько его сложил сюда, все, отглушил. Положил и попробую сейчас приехать на заправку и посмотреть, заправят меня или нет. Друзья, вот мы приехали на заправку. Все закрыто. Перетянули они это пленкой. Сейчас заленим другой выезд. Да, все, все полностью перекрыли. Все, они закрыли эту заправочную станцию. Друзья, это была единственная здесь нычка, где продавали газ. Все, и ее закрыли. Я подошел с мужиком, переговорил, я говорю, что там, расскажи, что, как. Он говорит, полная жопа. И они без работы сидят, короче, и людям не дают заправлять баллоны. Это просто ужас. Но он мне точку одну дал, где можно. Вот сейчас туда поедем, ну это правда будет вечером, и посмотрим, можно ли будет. Я имен не буду называть, чтобы мужика не палить. Вот, может там заправят, потому что я не знаю, что делать. Братух, а хотел поинтересоваться, а баллоны газовые не заправляете, а? Документ. Да, документ. Просто баллон? Да, да, да. Нет. И вообще никак, да? Нужна, и документ. А документы что там, сертификат, да? Я не знаю. Не? Блядь. Ладно, благодарю. Вот еще одна точка, газа нету. Ту же лавочку прикрыли, объяснили, что есть еще одна. Поеду, съезжу, узнаю. Там заправят, не заправят. Жопа полная, ребят. А не, нет, я хотел поинтересоваться. О! А газ, там все вообще вариант заправится, нет? Баллон. Да. Нет? А что там, бумажки нужны какие-то или что? Бля, сейчас все лавочки позакрывали. Баллоны не, мы не заправляем вообще. Один, может, расскажешь? Белиска и услабить, все. Здесь, да? А услабить где? А я не знаю, где Услабец точно там заправляют. Я просто не знаю, просто все едут в Белийское заправляют. В Белийское, да, в Белийское, да. Там где точка. А там точка идет сразу, где этот, бензин. Ну вот я по трассе еду. Да, по трассе едешь и уходишь вправо. Ага. Там увижу, будет написано пропан. И там заправляют, там, да? Там заправляют. Все, благодарю.